якутянин Андрей Макаров стал главным архитектором Красноярска. В родном городе 56-летний специалист реализовал несколько успешных проектов. Среди них восстановление исторической застройки, реконструкция спортивных комплексов и разработка генерального плана города. Напомню, чтобы выбрать главного архитектора, в администрации специально провели конкурс. В итоге из 7 претендентов из разных городов выбрали одного. К своим обязанностям новый архитектор уже приступил.